Всем привет! И сегодня я решил записать что-нибудь на тему Нового года. И вот робот, от которого искры как от петарды. Вот, Новый год. На самом деле, какие темы такие на Новый год? Кроме бухого деда, который жрет водяру бесконечно. Это приготовление, поэтому мы будем играть в игру, где мы будем готовить жрать. И с ней я вас сейчас ознакомлю. Нет, это не Don't Star. Что ж, мы погнали. Что ж, давайте рассмотрим рекламный баннер данной игры. Что ж, вот он, наш чудесный баннер этой игры. Прям все идеально. Есть накуренные родаки. Есть главные герои. Есть чуваки, которые недовольны, потому что у них нет оливье. И поэтому мы будем готовить оливье. Три кота. Приготовление, PNG, оливье. Правда ли все это или нет? Заглянем в саму игру и посмотрим. И вот она, игра. Окей. Так, поскольку я неудачно пошутил про деда, значит, мы дед. И нам 78. Ты чё, аутист? Негры. Оу. Заткнись. Давайте рассмотрим картины. Выбери персонажа и нажми на... Ну что, давай готовить? Давай! Насыпь кашу. Насыпь кашу. Я нажал на кашу. Что-то здесь пока нет оливье. Вот яблоко. Положил яблоко. Настала очередь добавить бананы. А помидорку? А помидорку? Пора перемешать кашу. Так, мешаем. Держать. Я просто нажимаю. Тема приготовления оливье. Да, еще я буду кашлять, потому что я прибавил. Соткнись. Украсим кашу. А ты знаешь, как взять кашу. Твоя каша выглядит замечательно. Спасибо, я еще в тарелку не насрал. Я бы в тарелку еще насрал. Здесь мы не готовим оливье. Давай, помой тарелку. Я все знаю. Мам, помой тарелку. Вот так нужно мыть тарелку. Идеальная чистота. Ты как всегда отлично справился. Я впервые мою тарелку. Миу, так, миу, чисто. Миу, миу. Боже мой. Ура, накорми героя новой кашей. Герои троглодиты. Что издеваетесь? Купи полную версию игры, чтобы кормить всех котят в любое время. Обязательно куплю. О боже мой, здесь еще больше стрёмных картин. Так. Это у нас здесь ресторан какой-то. Но оливье здесь нигде нет. Нету оливье. Поэтому я ухожу и ставлю этой игре пора. Что ж, мои дорогие подписчики, всех с Новым годом, который еще через день. Ну ладно. И что я вам советую? Не играйте в говно, как я.
лучше смотрите, как делаю это я. Да. Что ж, ну а всех вас с праздником и с недели выходных, которая будет послезавтра, хотя у вас и так сейчас выходные, как у меня. Думаю, вам насрать то, что я вам вообще здесь говорю, да? Ну что ж, а сейчас сейчас ауто. Ну давай, где ты? Ну чё, ладно, всем пока.